Алло, это бюро несчастных случаев? Да, да. Могу я узнать, к вам не поступал молодой человек? Сколько лет? 27. Одет во что? Валь, ты что заварила? Я, по-твоему, это пойло... Что? Я не поняла. Это подождите, здесь у людей несчастье, а вы... Олег, господи, мамочка, ну я же нервничаю. Ну как же... Познакомься. Здравствуйте, это Ирочка. Ты что, позвонить не мог? Посмотри, сколько времени. Мамочка, Олег, а можно Ирочка у нас переночует? А то у них двери запирают в общежитии, а ей переночевать негде. А вы что, из другого города? Да, мы из Ставрополя. Доброе утро. Добрый день. А вы учитесь или работаете? Учусь в университете, на биофаке. На каком курсе? На первом. Угу. А родители у вас есть? В принципе, есть. В принципе, это как? Ну, у каждого человека есть два родителя. Люди же не размножаются черенками. А, значит, они в разводе. А вы не опоздаете в университет? А у нас каникулы. Почему же вы не уехали в Ставрополь? Вы что, не скучаете по дому? А Олег не может, у него работа. А у вас с Олегом что? А у нас с Олегом все. Алло! Привет! Подожди минутку. Олег, можно тебя на минутку? Я сейчас. А Ирочка что, не собирается в общежитие? Видишь ли? Ну, в общем, мы поженились, мама. В каком смысле? Ну, в каком смысле жениться? Вы что, расписались, что ли? Естественно. И свадьба была? Была. А на какие деньги? На мои, мама. Откуда у нее деньги? Она сирота. А я что, не должна была знать? Почему ты мне не сказал? Мама. Мамочка, ну ты бы все испортила. Мам. Мам. Ты бы не пустила. Я этого боялся, ну прости. Мерзавец. Просто мерзавец. Ей сколько лет? 40? Почему 40? 19. Проститутка? Что ты глупости говоришь? Учится в университете на биофаке, отличница. Любит или по расчету? Да, обожает. На шею вешается, как кошка. Ну тогда объясни, что тебе не нравится. Молодая, красавица, умница, любит. Тебе ни одна не понравится. Почему это мне ни одна не понравится? Потому что ты любишь Олега. Я вообще удивляюсь, как ему удалось из-под тебя выскочить. Молодец. Мужик. А лучше бы он женил на той из Мариуполя. Ты же сама спрятала паспорт. Да, спрятала. А как не спрячешь? На 6 лет старше, ребенка сдала в интернат, уехала на поиски мужа. Родного ребенка в интернат. Ну что, я не права? Аферистка. А мой дурак запутался в собственном благородстве, как в соплях. Да брось ты придираться, не лезь. Да он мне больно сделал, понимаешь? Но он же хирург. Сейчас больно, потом будет хорошо. Не ошалевай. Первый брак – пробный брак. Через год разведутся, сейчас все разводятся. А если не разведутся? Ну, значит, будут жить. Должен же твой Олег когда-нибудь жениться. Почему нет, Ирочка? Родят ребеночка. И снова у тебя будет свой собственный маленький Олег. Ну, давайте выпьем. Все-таки событие. Кто у вас в доме женщина? А? Мам, ну стесняется человек. Неудобно лезть в чужой холодильник. А в магазин сходить ей тоже неудобно? Сейчас все съедите, на завтрак опять ничего не останется. Мамуль, ну сейчас вроде не война и не блокада. Ну как можно не напоить людей чаем? Ты должна ее полюбить. С какой стати? Здрасте. Здрасте. Ты любишь Олега. Олег любит Ирочку. Значит, ты должна любить все, что любит твой сын. Ну, правильно. Олег будет любить Ирочку, я буду любить Ирочку. А меня кто будет любить? Меня будут только терпеть, зажав нос. Слушай, а ты подари ей что-нибудь. Ну? Знаешь, как она обрадуется? Ну как? Очень нравится. Спасибо большое. Я рада. Я тоже. Здесь только плечиков не хватает. Ну, так можно подставить? Да, я подставлю. Я хотела вас попросить об одном одолжении. Пусть ваши гости снимают обувь в прихожей, хорошо? А может, у них носки дырявые? То есть как дырявые? Ну, живут на одну стипендию. Ну, у нас ковер. А вам что, ковра жалко? Он дольше нас с вами проживет. Ирочка, можно у вас спросить? Вы скрыли от меня вашу свадьбу? Олег скрыл. Но ты не должна была этого допускать. Это его отношения с матерью. Почему я должна вмешиваться? Ты тоже будешь матерью. Представь, твой сын не позовет тебя на свадьбу. Почему? Ну, испугается. Вот именно. Сын не должен бояться своей матери. А вы его любите для себя, чтобы вам хорошо было. И мне его жаль. Хорошо, предположим, что я плохая мать. А почему ваших родителей не было на свадьбе? Или они у вас существуют только в принципе? Ты что-то сказала, я не слышу. Я молчу. А почему ты молчишь? Quant à l'exposition de Gibardon, c'est pour l'automne. Au mois de mai, je serai à Paris pour discuter les détails. Et vous-même, vous les trouvez comment? Moi, j'ai vu ce tableau à Rome, ils m'ont beaucoup impressionné. Excusez-moi, Anna Sergeyevna, вас к телефону. Excusez-moi, une minute. Спасибо. Алло? Мам, привет. Как операция? Прошла успешно, Костик отличился. Ну, молодцы, я не сомневалась. У тебя все в порядке? Да, выставка Гибардона состоится. Отлично. Пока, я тебя целую. Пока. И все время кажется, что ей пользуется. Ты должна ее полюбить. У меня же не будет другой матери. Сделай для нее что-нибудь. Знаешь, как она обрадуется? Поцелуй меня. Вкусно. Не-не-не, Олег, тебе хватит. Почему? Пусть поест. У Олега гастрит. А здесь тесто непропеченное, рыхлое и очень много крема. Мам, по-моему, все прекрасно. Подожди, Олег. Я хочу, чтобы Ирочка поняла. Жир очень вреден для здоровья. Вам 19 лет, мне намного больше. И иногда надо слушать то, что я говорю. Мама. Я знаю, что я делаю. Я понимаю, что я вам кажусь сильно пожилой, но я тоже иногда думаю о своем здоровье. Забочусь о своей фигуре, если вы заметили. А я вас не рассматриваю. Мам, перестань. А что, мама, что я такого сказала? Я только сказала, что думаю о твоем и о своем здоровье. Вот именно. За здоровый образ жизни. Полгода назад никакой Ирочки в природе не было. То есть она была в своем Ставрополе. Теперь явилась и впилась, как клещ энцефалитный. Ну, убей ее. Отрави. Или задуши. Не могу, меня в тюрьму посадят. Олег будет мучиться, страдать. Угу. А так ты думаешь, он не страдает? Ты же его ставишь перед выбором. И кого, как ты думаешь, он выберет? Ну и кого? Ирочку. Ну, это мы еще посмотрим. И смотреть нечего. Родители – отработанный материал. Ну и что же мне делать? Да отстань от них. Живи своей жизнью. Да какой своей жизнью? Нет у меня своей жизни. Раньше у меня был Олег, теперь Олег у Ирочки, а у меня осталась только моя работа. Французский язык. Вот. Интеллигентный мужчина. Ищет себе партнершу по сексу. Да ну тебе. Нет, нам это не подходит. Почему? Есть кандидатура. Кто? Вершинин. Точно. Бизнесмен? Угу. Помнишь, тобой интересовался? Да зачем я ему нужна? Дура, да ты себе цены не знаешь. А вдруг у него спит иностранцы, валюты, проститутки? Ага. На, держи, чтоб не думала. Электроник тест. Очень надежная вещь. Мы нужны друг другу. В каком смысле? В прямом. Вы одиноки в своем доме, я тоже. А с чего это взяли, что я одинока? У меня прекрасный сын. Вы ему не нужны. Я ему не нужна, но я ему необходима. Бросьте. Моим дочерям за 20. Значит, вы женаты? Почти. Понятно. А мой муж умер. В проходной своего института утром ушел на работу, а через час позвонили. Лежал, будто спал. Он, кажется, не заметил, что умер. Но человек не может без духовного пристанища. И это пристанище – мой сын, самый умный, самый красивый. В нем вся моя жизнь. А вот теперь снова страшно. Невестка. И она недостойна вашего сына. Как вы догадались? Вы банальная свекровь. Включите свет. Это что, дом свиданий? Да, уютное местечко. Нет, это мой офис. Но это совершенно не меняет дело. Да, тяжело с вами. А с другими проще, правда? Вам что, никогда не встречалась порядочная женщина? Мы же с вами взрослые люди, уже не молодые. Кошмар какой-то. Бред. Вы старый развратник. И вообще я вам не верю. Вы даже не представляете, насколько я вам не верю. Вот. Вот, посмотрите. Посмотрите, что я взяла с собой, когда я шла к вам на свидание. Посмотрите. Что с вами? Выпейте. Простите меня. Это вы меня простите? Да нет, я как-то глупо себя веду. Вы ведь не для этого меня сюда пригласили. Жизнь рухнула. Понимаете? Не понимаю. Отвезите меня домой. Простите, испортила вам вечер. Это умор, это живот надорвешь. Олег, нам надо разъехаться. Как ты себе это представляешь? Наша квартира меняется на однокомнатную и комнату. Ты хочешь, чтобы мы жили в коммуналке? Почему? Может, взять себе однокомнатную? А сама в коммуналку. Мне трудно, Олег. Ирочка, врач должен отдыхать перед дежурством. У него человеческие жизни. Подожди. А это все, вот это. Кому ты оставляешь? У меня две пары. Какие проблемы? Приду и вымою. Действительно. Есть посуда, есть проблемы, нет проблем. Мам, Привет. Тебя кормить? Обязательно. Ой, хорошо у нас, мама. Чисто. А где Ирочка? Какая Ирочка? Как какая? Жена моя. А ты разве женат? Ага, на Папуаске. Из племени Тумба-Юмба. Зовут Ирочкой. Ах, это, я уж испугалась. Мама, она же сирота, у нее никого нет, кроме меня. Ей жить негде. Ну, Ирочка пока может пожить в общежитии, а к нам будет приходить обедать и ужинать. И потом это временная мера. Лучше узнаете друг друга. Что такое твоя Ирочка? Папуас? Замолчи! Да что я такого сделала? Разным поколениям тесно жить под одной крышей. У нее один ритм, у нас другой. У кого у нас? У нас с тобой в нашей семье. Олег, что ты делаешь? Подожди, я тебя никуда не пущу. Я тебя не пущу. Олег, не надо, я не пущу тебя никуда. Открой дверь. Нет. Пусти меня. Олег, я не пущу тебя никуда. Хорошо. Олег, сынок, ну послушай меня. Мы же с тобой так замечательно жили. Нам же с тобой никто не нужен. Олег, я есть, ты есть. У нас с тобой семья. Мама. Она тоже моя семья. Ань, поешь. Поешь. Не хочется. Ничего не хочется. Может, тебе и жить не хочется? Да нет, я не сошла с ума просто. Жизнь разделилась пополам, до и после. Все вроде то же самое, голова, руки. Только ток не проходит. У тебя была свекровь. Ты ее любила? Терпела. Вот и тебя терпит. Закон бумеранга. Как ты, так и к тебе. Неужели передается? Слушай, а где они паркуются? Не знаю. Снимают, наверное. Почему не знаешь? Они что, не звонят? Все-таки дети сволочи. Ань, ты должна их вернуть, иначе совсем зачахнешь. я вас слушаю. Алло! Милая моя, за кого молиться? За сына. Он у вас помер? Живой. В тюрьме сидит? Да нет. На свободе. Болеет, значит. Какая это порода? Дворянин. Дворняжка. Давай пойдем походим, еще посмотрим. Нет, посмотри, какой он дурачок. Ух ты. Купите, ребята, не пожалеете. Купи. Олег! Купите котенка. Ну, тетя. Что ты сказала? Купите котенка. Нам нельзя, у нас собака. Смотри, как сверкает. Недавно позолотили. Олег, а может быть, все-таки ты пересядешь? Ни куполов не видно. Останови. Держи. Алло, будьте добры, доктора Лукашина. Он не дежурит. Как? Анна Сергеевна, это вы? Да, здравствуй, Костик. А что-нибудь случилось? Нет, нет. Они уехали в отпуск. А, жаль. Значит, долго не увидимся. Я через 2 недели в Париж. Как всегда, вам завидую. Извините, работа. До свидания. Здравствуй. Как хорошо, что ты меня застал. Голодный, тебя кормить? А я только вчера вернулась из Парижа. Я тебе звонила перед отъездом, думала, вы здесь поживете. Но ты был в отпуске. Хорошо, горячие. Тебя что, дома не кормят? Ой, чуть не забыла. Это вам из Парижа. Где вы живете? В общежитии. У меня к тебе просьба. Я забираю Юрочку из больницы. Она что, в больнице? Хотя молодые женщины часто попадают в больницу. Дай-ка я нож возьму. Какое-то время она поживет у тебя, ей нужна помощь. Алик, я же работаю. И потом 1000 женщин делают аборты и на следующий день выходят на службу. Ирочка больна, ей нужна помощь. Ну, не знаю, найми сиделку. Дай объявление в вечерку, требуется... Женщина по уходу за больной. Я не могу доверить ей чужим рукам. Алик, прости меня, пожалуйста, но мне твоя Ирочка не нужна, ни больная, ни здоровая. Я тебе не верю. Это не ты говоришь. Ты очень хороший человек. У меня, кроме тебя, никого нет. Мы попали в аварию. Шофера убила. Ирочка калека. А ты? И меня убила мама. Разве не заметно? Здравствуйте, Ирочка. Я очень рада. Кто старая помянет, тому глаз вон. Я очень рада, Ирочка. Все будет хорошо. Мам, перестань, она не слышит. Как не слышит? Она не слышит, не видит, не чувствует. То есть как не чувствует? Совсем ничего? Так не бывает. Бывает. Как ее зовут? Никак не зовут, собака и все. Тебе надо сегодня на работу? Что? На работу надо? Я не пойду. Что значит не пойду? Тебя люди ждут больные. У меня своя боль. А это никого не волнует? Да, это никого не волнует. Мы одиноки в своем несчастье, мама. А люди всегда одиноки в своем несчастье. Ты просто этого не знал. Иди, Олег, я справлюсь. Не поможет? Хуже не будет. Либо нуль, либо плюс. Принимать надо по сетке. В 6 часов утра одна капля, разведенная в чайной ложке воды. В 7 утра 2 капли и так далее до 12, до 7 капли. Начиная с часу дня по одной капле убавлять. В 6 вечера последняя капля. До 6 утра перерыв. Каждый день цикл. Вдох и выдох. Первая половина дня вдох, вторая выдох. Результат либо без изменений, либо положительная динамика. И сколько длится курс? 9 месяцев. А почему именно 9? Это вообще мистическая цифра. За 9 месяцев вызревает человек, на 9-й день отлетает душа. Нет, ну это невозможно. Это надо все бросить. У меня выставка Гибардона. Мне надо быть в Париже. Как же моя работа? Придется взять декретный отпуск. И вообще я сова. Я поздно встаю, поздно ложусь. Для меня встать в 6 утра, это все равно, что, ну, я не знаю, просто катастрофа. Да вы привыкнете. Это хороший режим, поверьте. Человек должен рано ложиться и просыпаться с восходом солнца. Вместе с природой. Как растение. Но я же не растение. Учти, если она умрет, я тоже умру. А что я такого сказала? Ну, что я такого сказала? Я просто сказала, что я не растение, больше ничего. Ну, ежели понадоблюсь, живу в детках, дом 9. До свидания. До свидания. Сколько ты ему заплатил? Он денег не берет. Знаете, шарлатан, ты же профессиональный врач, как ты можешь верить в это? У нас нет выхода, мама. Там в машине Ирочка сказала, давай поменяемся, мне отсюда Олег. Не видно. Олег, ты уже рассказывал. Я не должен был пересаживаться, я должен был сказать, сиди, где сидишь. Не надо, Олег. Она подставилась, мама. Все, сынок, успокойся. Все. Я погубил ее. На ее месте должен был быть я. Собака. Ну как? Ну... Собака? Conjuguer le verbe être. Я есть. Je suis. Ты есть. Tu es. Он есть. Il est. Она есть. Elle est. Мы есть. Nous sommes. Вы есть. Vous êtes. Они есть. Ils sont. Encore une fois. Ils sont. Très bien. Недосып, угнетенность тела, недообщение, угнетенность духа. И зачем тебе это надо? Это же как с грудным. С грудным понятно, человека растишь. Сначала уродуешься, потом человек получится, а это что? Bonsoir, мадам. Рави де vous voir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça vous, мадам, ça ne va pas du tout. А oui? Ну, что же мне делать? Сдай государство в интернат. Знаю я эти интернаты, там с ума можно сойти. Так Ирочке же, извини, не с чего сходить. Какая ей разница где? Так и она не живет, и ты не живешь, и Олег. А почему твой муж не пришел? А ему здесь скучно. Ой. Что это? Квантро. От одного названия пьянеешь. Месье, дам, le consul vous invite à passer au salon. Дамы и господа, господин консуль приглашает вас в салон. Добрый вечер. Бонсуа. На дворе темно. Ты что? Боже, как мне его жалко. Кого? Олега. Он выхлёстывает за такими девицами. А он сидит над своей Ирочкой, как будто сам парализованный. Он у тебя слишком порядочный. Слишком не бывает. Кто это? Где? Консул. Возле консула рыжий. Не знаю. Познакомь. Успокойся, тебя дома Ленчик ждет. Меня Ленчик всю жизнь ждет. Что с тобой? Ой, не будет из тебя путной старухи. Путной надо становиться после 60. Время еще есть. Да, я пьяная. Да. Привет, Вершинин, это Анна. Привет. А я нашла тебе любовницу, манекенщицу, ноги от шеи. Спасибо. Вот такие должны быть любовницы миллионеров, а не пожилые тетки. Пьяные. Угу. Пожилая тетка, а напиваешься, как манекенщица. Все, не скули. Собака. Собака. Человек. И ты человек. Завтра наша больница дежурит по городу. Старшую сестру попрошу получить все необходимое. Кашу наготовим к плановой операции. Оперировать будете вы, Владимир Иванович. Вас, Лукашин, я попрошу ассистировать. Вы прекрасно владеете этими операциями. Так, ну что, на сегодня все. Вопросы есть? Идемте работать. Как твоя жена? По-прежнему. Принеси что-нибудь посмотреть. Поедем ко мне. Сам выберешь. Добрый день. Кончилась зима. Здравствуйте. Какие руки у тебя? Какие? Красивые, мужские. Такие очень редкость, красивые руки, знаешь. Ты как по подстрочнику говоришь. Я и думаю по-английски. А потом перевожу. А почему ты уехала из Лондона? В Лондоне я при муже, а здесь я как я. Разве плохо быть при муже? При всегда плохо. При жевал. Посмотришь несколько кассет? Угу. Минут по 10. Выбери, что понравится. Обычно сразу ясно, искусство или вторичное сырье. Угу. А хочешь, я переведу? надо. Почему? Я синхронно. Я сам тебе все скажу. Еще на раз пройдем. Да надо бы. Пробуй. Хорошо. Кто ты? А? Маляры. Они что, были все это время? Конечно, у меня же ремонт. Алло? О, привет. Я тебя искал. Где ты был? У Петраковой. А, она тебе говорила, какие глаза, какие руки. А что? Да, она всем это говорит. Она что, проститутка? Нет, проститутка это профессия. А то, что делает наша заведующая, это от жажды жизни. Она может употребить тебя как девку, а потом бросить и забыть. Не может. Ай-яй-яй-яй-яй. Здравствуйте. Ай-яй-яй-яй-яй. Обещали звонить, а сами исчезли. Я не обещала. Разве? Собака! Как вы меня нашли? Ездил по всем районам. Стоял возле каждого выхода метро. Звонил во все квартиры, останавливал людей на улицах. Они шарахались от меня, как от чумного, но я искал. И вот, наконец, ранним утром я увидел прекрасную нимфу. Она шла, держа на поводке собаку. Врете вы все. Вы же сами меня домой подвозили. Простите меня. Я правда ждал вашего звонка. Как ее зовут? Никак не зовут, собака и все. Хм. Собака, давай с тобой дружить. Дай лапу мне. Дай. Хорошая. Хотите, покатай на машине? Нет, нет, спасибо. Садитесь. Куда? У меня есть ровно 40 минут. еще увидимся? Или мне снова придется вас караулить? Не знаю. Послушайте, ведь так нельзя жить, как вы. С ума сойдете. Вас что? Моя подруга Белладонна попросила меня развлекать? Ага. И вы сразу согласились? Да. Ну вы просто армия спасения. Вы обиделись? Да нет, что вы, сколько я вам должна? Что? Ну вот за цветы и денег сколько должна? За мороженое, за бензин. У вас прекрасный сервис по обеспечению хорошего настроения стареющей женщине на грани отчаяния. И у вас это получилось. Все, мое время истекло. Пошли, собака. Алло, Лукашина, можно? Я слушаю. Сыночек, у тебя все в порядке? Да, все нормально. А почему так сухо со мной разговариваешь? Мама, я занят. Да, я понимаю. Что, позвонить не мог? Зачем? Ну, как зачем? Просто так с матерью поговорить. Мама, ну, завтра поговорим. Как завтра? Ты что, сегодня опять не придешь? Мама, ну я же дежурю. Ты же недавно дежурил. Все, я побежал, мне некогда, прости. Не могу больше. У меня больше нет сил. Я не могу больше. Я не могу больше. Я устала. Хватит! Все! Спать! быстрее, я вас очень прошу, быстрее. Ну, что вы так нервничаете? Я же вам уже объяснила вопрос жизни и смерти. Звучит. Только не надо мне врать. Извините, я вас не поняла. Лекарство не разбилось, его разбили вы. Нормальная человеческая реакция. Знаете что, я жалею, что я вас попросила. Если бы я знала, что мне будет так неприятно, я попросила бы кого-нибудь другого. Не попросили бы. Это почему же? Потому что вам некого больше просить. Если не я, то никто. Остановите машину. Зачем? Я пешком пойду. Ни за что. Я выпрыгну на ходу. Прыгать? Кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит, тот и съест. Ну, шуточки у вас. Здесь направо. Земля сейчас, если смотреть из космоса, имеет нехорошую бурую ауру. Много крови, много зла. Надо чистить землю. Каким образом? Не говорить плохих слов, не допускать плохих мыслей и не совершать дурных поступков. И все? И все. Человек маленькая электростанция, он может вырабатывать добро, а может зло. Вот если человек вырабатывает зло, атмосфера засоряется бурыми испарениями. Вы думаете, почему ребенок рождается с открытым темечком? Почему? Мы общаемся с солнцем, солнце проникает в нас, мы в него. Зло поднимается к солнцу. Если мы перевозбудим солнце, оно взбунтуется. Разумный космос отменит Землю. Это как? Произойдет катаклизм. Значит, если я перестану плохо думать, начну совершать хорошие поступки, я спасу человечество от катаклизма. В общем, да. Нет, травник не прав. Все зло, которое вырабатывает человек, не поднимается к солнцу, а оседает на его жестокую голову. Я вам очень благодарна. Клянусь, что больше никогда вас ни о чем не попрошу. Вы заметили, что мы все время ругаемся? Давайте переходить на «ты». Проводишь? Или зонта жалко? Ну что ты? Поехали ко мне. Не могу, меня дома ждут. Не можешь или не хочешь? Не могу и не хочу. По-моему, это все напрасно. Что напрасно? Капли все эти, живая вода. Чудес не бывает. Разрушенные рефлексы не восстанавливаются. Но прошло столько месяцев, что ж теперь все бросить? Хочешь капать? Капай! Но если не я, то никто. Ты понимаешь? У нее же никого нет, кроме меня. Олег. Олег, динамика! Положительная динамика! Что? Не показался? Олежек! Динамика! Олежек! Все-таки в уединении есть свои преимущества. Может остаться здесь навсегда. Купить дом, завести коз. А, что город? Будем жить втроем. Я, Ирочка, собака. Олег приезжает раз в неделю. Вершинин иногда заглядывает. А меня Ленчик бросил. Не может быть. Нашел себе молодую. Господи, где нашел-то? В магазине, возле дома. Я его за картошкой посылала, за луком. Там мы нашли общий язык, за прилавком. Я ему говорю, Ленчик, ну она же дура. Он говорит, да, но тело. Ангела убили. Почему убили? Просто несчастный случай. Сумасшедший. Крыша поехала. Зажим. Зажим. Еще зажим. Зажим. Еще. Зажим. Еще зажим. Зажим. Тампон. Еще зажим. В тебе есть крупицы гениальности, величиной с клопов. Называется, похвалили. Что за манера унижать людей? А помнишь, как мы с тобой? Угу. С крупицами гениальности. Твоя мать счастливая женщина. Я бы мечтала иметь такого сына, как ты. Ты читала Вайнингера «Полухарактер»? Это кто? Немецкий философ. Он считает, что женщины бывают двух видов. Матери и проститутки. Это совершенно разные психологические категории. Вы каким-то образом смешиваете в себе одно с другой. Вы хотите меня видеть и сыном, и любовником? Значит, кто я больше, по-твоему? Мать или проститутка? Ты хирург от Бога и женщина от Бога. Поехали ко мне. Я не поеду, не надо. Почему? Тебе не надо жениться на мне, я замужем. Тебе не надо тратить на меня время, я занятой человек. Тебе не надо тратить деньги на меня, они у меня есть. А что остается? Немножко тела, души, чуть-чуть. Я так не могу, немножко тут, немножко там. Торопиться, врать, смотреть на часы. Ты первая, потом меня возненавидишь. А хочешь, я брошу мужа? Нет. Не хочу. Я не могу изменить свою жизнь. Ну почему? Моя жена больна. Она парализована. Но ты-то! Ты-то не парализован. Она подставила за меня свою жизнь. Что за мистика? Каждый день в городе 18 несчастных случаев. Один из 18 не более того. Я не буду, Юля. Я не могу. Просто я старая для тебя. Тебе 28, мне. Просто не понравилась тебе как женщина. Это не так, ты же знаешь. Просто я боюсь тебе увязнуть. Если бы ты пошел за мной. Это была такая вспышка счастья. Ладно, пусть будет так, как ты хочешь. Не будем начинаться. Продолжаем панораму. В эфире «Криминальная хроника». Житель города Пскова Прохоров нанял за 5000 убийцу, который совершил убийство в пригородном поезде. С ходом следствия мы будем вас знакомить в наших дальнейших выпусках. Как дешево стала человеческая жизнь. В Кировском районном суде слушается дело. Ну как там в Америке? Там скучно, а здесь противно. Они едут в Израиль. А вы там не останетесь? Нет, меня не возьмут. Я для них русский. У меня мать русская, а еврей определяет национальность по матери. Он там русский, а здесь еврей. Тоже не подходит. Сейчас взлет национального сознания. Гордиться тем, что ты русский, это все равно же гордиться. Вот я родился во вторник. Какая твоя в этом личная заслуга? Вот вы работаете в русской науке, да? Продвигаете ее. Значит, вы русский. А вот некто Прохоров нанял за 5000 убить человека. Вот он не русский. И никто, и вообще не человек. Ну не надо все валить в одну кучу. Русские – это великая нация. А китайцы не великая? Все, все, все. Эй! Все к столу! Дорогая Юрочка, мы поздравляем тебя с днем рождения. Сегодня тебе 20 лет. Вся жизнь впереди. Господи, где эти мои 20 лет? При чем здесь ты? Пьем за Ирочку. За Ирочку? Угу. Поздравляем. За тебя. Ой, счастлив. Звон-то звон. Где ты взяла такую потрясающую рыбу? Где? Да сейчас все есть. Главное, чтобы деньги были. Да. Вот сюда. Так, у меня тост. За Аню. Ань. Я всегда знала, что ты удивительный человек. Но последний год ты меня просто поразила. Ты красивая, деловая женщина. И мне очень хочется, чтобы остатки своей молодости ты посвятила своему счастью. Чего посвятила? Остатки молодости. Остатки-то у меня. Правильно. В 30 лет мне тоже казалось, что я уже старый. А теперь в 50 мне кажется, что я еще не начал жить. Валер, салатику положить? Да. Кому воды? Мне. Мы с Ирочкой посидим у костра. Наполним бокалы. Тебе налить? Нет, нет, недостаточно. А вам? За Олега. За его мужское благородство. В наше время от здоровых уходит. Взять, к примеру, моего Ленчика. Ромео. Говно на лопате. Не надо, нет такого слова. Как это? Дерьмо есть, а слова нет. Не ссорьтесь. Молчал телефон, и прошла но ничего не случилось со мной, лишь уходит, как сон, счастье вдаль от меня, по дороге земной я молчу. Вот и все. Все, что было, все, что будет, все, что есть, нам останется. В небе темном новых ярких звезд не счесть, и пускай упадет одна. Если на дне капля воды, в ней шумит море, знаю, слеза даже одна принесет горе, и ничего не случится со мной, и опять потекут годы, просто проходит полуденный зной, скоро ночь. Вот и все. Все, что было, все, что будет, все, что есть, нам останется. В небе темном новых ярких звезд не счесть, и пускай упадет одна. Не просите автографов. Мам, я пойду, мне завтра рано в больницу. Нет, я сейчас еще пойду. Хорошо. Нет, я сейчас пойду. Олег, мы тебя утром захватим. Спасибо, я хочу пройтись. Как знаешь. Слушай, как там теперь это? Ой, нет. Извини, я сейчас. А ты знаешь разницу между баком и колодцем? Не знаю. В бак запустишь несколько расковшек и уже по дну скребешь. А колодец, он бездонный. Вот ты колодец. Да нет, что ты. Ты знаешь, я куплю нам дом. Тебе и мне. А Ирочка? А при чем тут Ирочка? У нее муж есть. Чего ты молчишь? Je suis, il est, elle est. Переведи. Я есть, он есть, она есть. А я? Не знаю.